празднование чемпионства в раздевалке «Локомотива» сняли на видео. В твиттер-аккаунте «Спорт24» появилось видео из раздевалки московского «Локомотива», где заснято, как футболисты отмечали победу в чемпионате России по футболу. Железнодорожники, ранее 5 мая обыграли «Зенит» и оказались недосягаемыми для московского «Спартака». «Локомотив» в последний раз выигрывал национальное первенство в 2004 году, также москвичи брали трофей в 2002-м. Тогда клуб также тренировал Юрий Семин. Больше важных новостей в TELEGRAM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.